Сегодня Шейк исполнилось 34 года. В честь этого события модель принимала поздравления от друзей и поклонников со всего мира. Близкий друг звезды, 45-летний Рикардо Тиши, трогательно обратился к ней в день ее рождения. Креативный директор модного дома Барбари уже много лет дружит с брюнеткой. Он посвятил Ирине отдельный пост в Инстаграм. Модельер опубликовал совместный снимок со звездой с шумной вечеринки. «Ничего насчет качества этой фотографии, но только ты и я знаем, что такие моменты значат для нас. Ты не просто одна из самых красивых девушек на планете, ты – одна из самых прекрасных душ во Вселенной. Ты была всегда со мной, в плохие и в хорошие моменты. Ты – само воплощение настоящего друга. С днем рождения, мама водка!» – написал Рикардо. Сама Ирина показала поклонникам, как отметила свой праздник. Ее стол ломился от калорийных угощений, вкусный торт, орешки, зефир в шоколаде и черная икра. Недавно Ирина Шейк порадовала мужчин провокационными фото в сексуальных бикини. Модель начала Новый год со снимков в откровенных купальниках. Ранее она дополнила пижаму туфлями на шпильках, удивив поклонников.